Зато тебя хрустнуло. Нет, это стоп. Не обращай внимания. Уже не обращай внимания. Уже хрустнуло. Очень инсилин какой-то. Странно даже. Голодный, поголодный. Голодный? Чего ты, почему его не кормишь, Василий? Ты чего делаешь-то? Мне кажется, я могу, Вася. Может, не только кажется, конечно. Мне кажется, что сейчас Дэн поборется, он мне проиграет. Так что, Дэн, лучше тебе не бороться. Только по телефону звони сейчас, не начни, я умоляю, левой рукой набирать чей-то номер. Я беру телефон в правом кармане. Бля, он очень сильный. Замбулат. Замбулат, ты понимаешь, что монтировать видео будут твои друзья? Так что ты не переживай. На самом деле, изначально вся надежда была только на это. Но если вы считаете, что Цыпленкова победить невозможно, не верьте. Главное – это оказаться в нужное время в нужном месте. Ключевые слова здесь – в нужное время. Да нет. Снимаете, да? Давай, говорю тебе, давай! Сделай его, давай, красавчик! Моя жизнь разменилась на одной после. А я-то думаю, знаешь? Я ж тебе говорил. Иди хоть поборись, Рада, сейчас все, Рада, Рада. Именно в такие моменты ты понимаешь, что годы тренировок не прошли даром. Но в армии, как и в игровых автоматах, главное вовремя закончить, а то можешь проиграть весь свой выигрыш. Знает ли это правило Виталий Калмыков? А ну, Виталь, давай, покажи ему. Видимо, не знает. Ах, черт, победить не пошло. Ты знаешь, между прочим, как называется? Жадность. Еще 5 минут назад ты был непобедимым чемпионом, понимаешь? Уже нет улыбки, смотри, уже не улыбается. Виталь. На самом деле тренировка прошла именно так, как и любит Денис. Помните, что он сказал на семинаре в трек-шопе? Загрузиться нужно так, чтобы в конце тренировки уйти проигравшим. И именно так Дзамбулат его и загрузил. Ну и под финал спарринга разговор не смог не зайти на главную тему современного арма – камбэк.